Всем привет! Я сегодня решила начать снимать влог. Время почти 9, встала я в 8, в субботу, для того, чтобы отправиться в университет. У нас всякие пересдачи, сессии, да, вот это вот все. Вообще никуда бы не хотелось на самом деле, но что поделать. Ну, во-первых, я думаю, вы заметили, что у меня отсутствие кое-чего на бровях. Еще с прошлого видео, да, я решила осветлить брови. Я подверглась данному тренду, да, что ли. Это, кстати, примерно происходило вот так. Очень надеюсь, что все нормально возьмется. Я не знаю, сейчас просто на свой страх и риск. Знаете, как я выгляжу сейчас? Как маска из ТикТока. Сомнительно, но окей. Я приехала на маникюр, потому что вот эти когти уже должны обновиться. Да, еще у меня травма, так что я буду вот таким образом ходить еще достаточно долго. Ну вот такие вот дела. Здравствуйте, здравствуйте. У нас вот это вот наша любимая студия. Неповторимая, родная. 2 года за спиной. Уже 2 года, представляете? Ну, это какая-то производственная проблемка. Да, а вот один смотрите. Больше, одним меньше. Вообще. Ну, это каждый раз облегчение снимать длинные ногти и делать вот что-то такое максимально простое. Я не знаю почему. А когда долго ходишь с такими, то резко хочется длинные. Затем я встретилась с подругой, и мы отправились в нашу любимую сэшку. Мы не были в ней с осени, надеялись найти что-то интересное. И именно отсюда я забирала свои самые прикольные находки в винтаже. Только вот сегодня ничего особо не зацепило, я нашла одно прикольное пальто всего за 1000 рублей. К сожалению, оно оказалось слишком маленьким для меня. Единственное, что я себе ухватила, это такой шарфик, который можно носить и на шее, на джинсах, или вообще как топ. Представляете, я сделала вот такую вот укладку на носки. Я на ночь замотала носочки, и сегодня, когда я их утром расплетала, вообще подофигела, конечно. А еще ко мне вчера пришел заказ с Wildberries, и я хочу вам сделать распаковочку быструю. Начну я с зеркала, вот такого вот, посмотрите, прекраснейшее. Еще и вот с разными режимами подсветочки. Очень-очень милая. Я что-то подумала, мне срочно нужно зеркало. У меня уже мое предыдущее умирает немножко. Ремешок. Так, ну как описать-то стиль этого ремня? Тут такие вот мини-шипы, как будто раньше такие очень часто продавались. Я нашла на Wildberries за 200 рублей, думаю, ну надо. И пахнет он на самом деле адово. Я подумала, мне очень нужна беспроводная петличка. Вот такая вот, потому что кто знает, что я захочу сюда поснимать вам. Может быть, какие-нибудь обзорчики на магазины, да? А в таких вот людных, громких, всяких шумных местах петличка такая вот, это тема, смотрите. Такая она вот малютка, на прищепочку крепится и подключается к телефону с помощью вот этого вот. Вот этого вот. Взяла еще себе вот такие вот зажимы для волос. Они, конечно, могут пригодиться, чтобы и вправо делать прически, но я-то их больше брала для такого чего-то, типа как аксессуара для волос. То есть, знаете, вот так вот как-нибудь что-нибудь позакреплять. Ну и все остальное — это миллион-миллион разные бижутерии, что я просто обожаю добавлять в избранное на Wildberries. Например, вот такой набор колечек. Очень милых, очень красивеньких. Еще одно вот такое кольцо в виде звездочки. Вот такая подвеска. Мне в ней нравится вообще абсолютно каждая деталь. И цвет, и то, что такие разные элементы на ней находятся. Короче, я такие люблю очень аксессуары. Я подумала о том, что мне срочно нужны какие-то более минималистичные сережки, которые можно носить почти каждый день. И это вот такие вот
достаточно необычные в виде таких звездочек, наверное. Последние сережки выглядят вот таким образом. Мне хотелось какие-то серьги-кольца, но не стандартные, не классические. Вот эти прям, мне кажется, идеальный вариант. Они вроде небольшие, но при этом достаточно выглядят массивно. Я очень рада, что нашла именно, наткнулась на такие. Еще я заказала вот такой чехол для ноута. Самый простой, черный. Ну а к вечеру этого же дня мы собрались с девчонками и решили сходить на женский баскетбол. Сегодня у меня по планам было немножко поактивничать для своих соцсетей. Я сняла туториал по своему повседневному ежедневному макияжу в Телеграм-канал. Потом в запрещенную соцсеть сделала обзор на косметоз, который мне прислали. Очень приятно, очень люблю, когда присылают. Значит, здесь вот такой вот крем-баттер для тела. И еще мист. И все это парфюмированное очень понравилось. Ну, сейчас я выбирала луки для творческой съемки. Я решила сейчас побольше этим заниматься, побольше себя прокачивать в плане моделинга, ведь я очень сильно хотела этого всего достичь. Я вроде попала в модельное агентство, но после этого вся моя мотивация куда-то ушла, и заинтересованность тоже. Я что-то за последние месяцы думаю, ну почему я ничего не делаю? Поэтому я сейчас отзываюсь на все возможные творческие съемки. А творческие съемки — это такие мероприятия, где никто не платит никому. То есть вся команда работает на опыт, на портфолио. И модели, и визажисты, и стилисты, и фотографы, в общем, все-все-все вот это вот. Короче, я подумала, почему нет. Я могу выбрать любые луки. Это все очень хорошо впишется в мои соцсети, будет красивый контент. Ну что, я сейчас пойду собираться в душик. Буду краситься по новой, уже делать макияж для съемки, и побежим с вами в студию. Итак, я вещаю вам из студии монтажа, хочу быстренько ввести в курс дела. Значит, на следующий день после этой съемки меня настигло такое прекрасное явление, как новый менструальный цикл. И, естественно, такое бывает, что из-за него ты отменяешь все свои планы и просто находишься дома с ну, не самыми приятными ощущениями. И уже на следующий день, 25 января, был мой день рождения. И вот уже отсюда мы с вами начнем, точнее, продолжим данное видео. Всем спасибо. У меня сегодня день рождения. Наверное, по мне не скажешь, что у меня сегодня праздник. Потому что вчера, конечно, был ужасный день. Как-то, как будто немножечко настроение со вчерашнего передалось сегодняшнему. Я даже до сих пор не читала поздравления, хотя я видела, что они приходят. Я не знаю, почему, я просто не хочу этого делать. Если сравнить прошлый год, как я заморочилась за свои 18 лет, и как я хотела, чтобы просто все было тютелька в тютельку. У меня уже с утра была своя мини-фотозона, пришли друзья, потом школа, потом то, как я организовала празднование. В общем, я хотела вот этого вот, а сегодня, точнее, в этом году что-то пошло не так. И я для себя поняла, что 19 как будто и не стоит никаких движух. Да. Настроения у меня от праздничного нет, я не знаю, короче, что такое, я не знаю, ребят. Ну и на таком вот не очень веселом мы с мамой отправились на праздничный завтрак, и вот как раз таки там мое настроение понемножечку начало подниматься. Открывай. Дай. А как? А что дальше делать с этим? Упалишь в небо.
После такого приятного сюрприза мы с молодым человеком поехали за тем самым айфоном. Ну а следом шел сеанс на «Мастера и Маргариту» в кино, который вышел, кстати, именно 25 числа, что очень приятно, но фильм меня поразил, я вам так скажу. Затем еще один праздничный прием пищи, в этот раз ужин, и только после него я к ночи где-то вернулась домой. Ну что, я дома. Пожалуйста, сравните мое состояние сегодняшним утром и уже под ночь. Значит, ну, во-первых, как бы, окей, да, прикиньте, я ходила с 11-м айфоном 4 года. Так что я считаю, перейти сразу на 15 Pro очень даже приятно. Вот, также у меня тут обязательно цветочки, да. Но в прошлом году было пограндиознее, по цветам даже, я вам так скажу. Ну, а еще, вот эта вот прекрасная сумка из Иконики сегодня мне была подарена. Ну, просто я не могу, ну, кайфую, ну, стоит, не дать, не взять, ну, что еще сказать-то. Итак. День рождения у меня был в четверг, сегодня уже воскресенье, и я решила устроить себе все-таки такое локальное празднование, и в пятницу сходила с друзьями в клуб, как будто бы похмелье у меня, знаете, до сих пор. И вот это вот я заметила с каждым годом, чем старше ты становишься, тем сложнее тебе отходить от тусовочек. Так что у меня такой, знаете, домашний ретрит. Я подумала, надо кое-что поделать. Я купила данный холст, знаете, когда? В июле. На дворе январь. Я решила, надо. Надо уже что-нибудь с этим сделать, как-нибудь его разукрасить. Но так как я вообще не умею рисовать от слова совсем, вот, ну вот, поверьте, очень плохо это у меня выходит, я искала какие-то простые такие идейки и нашла такие вот бантики прелестные, милые. Да, мне кажется, скоро бантики меня доконают и уже будут просто откровенно бесить. Но пока можно, да, еще успеваем запрыгнуть в этот трендовый поезд, только я хочу их сделать черного цвета и обклеить стразами. Вот такая у меня идея. Сейчас буду немножечко заниматься таким домашним творчеством. На данной ноте хотела бы подвести это видео к концу. Спасибо за просмотр, всех очень сильно люблю, целую, обнимаю и до скорых встреч, пока-пока!